Вот видите, какое здание, да? Вообще пиздец. Но мы туда зайдем. Подвал мы, конечно, не будем заходить, но... В обычные квартиры мы зайдем. Вот, видите, какая заброшка. То есть все, да? Вот. Туалет. Это, наверное, ванна. И второй туалет. Два туалета. Что еще? Вот. Только это хрен диван, да? Тут диван тоже, да? Пустая комната, как у меня, прям вот с двумя окнами. Вот. И тут комната с сервантом. И это все в первом подъезде, да? В первом подъезде. В подвал мы не будем заходить, потому что там, как бы, да? Ух. Там как бы все шибко темное, да, и нифига мы не увидим. Вот. Куча бутылок. Вот, все. Тут ванна, раковина. Тут кухня была вот тут. И от нее нифига не осталось. Так, дальше пойдем на второй этаж. Это сталинка. Это есть по перилам. Вот это сталинка, да? Вот такие перила, это значит, это сталинка. Видите? Открываем дверь. Битый сортир. Вот. Тут коммуникации, видите, какие современные, да? Алюминиевые трубы. Их даже не сорвали. Вот. И тут они продолжаются, алюминиевые трубы, да? Вот. И тут разгромлено все совершенно. Тут какой-то школьник, наверное, спал. Вот там балкон. Я шел выше, да? Вот балкон. Тут 100 лет никто не выходил. Вот вещи какие-то. Вот ни хера нет. Тут тоже, да, видите? Вещи, да, шкафы разбитые, все разбитое. И в итоге видите, еще балкон с вещичками. Тут закрытая дверь. Значит, значит тут кто-то еще живет. Потенциально. Не хочу мешать. Тоже. Кто-то живет в Анцане. Не хочу мешать тоже. Тут вот квартира, видите? Бывшая квартира. Туалет тут, труба что-то, да. В изоляции лопнуто все. Вот это была кухня и нихуя, да? Можем пройти чуть-чуть. Открыть вот этот шкафчик. И там нихера, да? Мы поздно пришли. Вот. Тут ничего. Тут полна комната мебелей. Вот. Пол прям под ногами, вот пол.
прогибается. То есть ты идешь, наступаешь, пол прогибается под тобой. А шкафы, видите, пустые, и все. Вот, видите, все. Все давно отселено уже отсюда. Вот такие балкончики были тут. Вот. Я ухожу постепенно. Вот, Михалыч. Целый Михалыч. Я беру Михалыч. Правда? Ведь он целый. Вот такая вот квартирка была. Показывал ли я тут, да? Вот. Нихера. И тут ничего. Но я могу сюда пройти, показать просто, что... Вот. Вот уже чердачные, то есть помещения, да? Вот это чердак того же здания, видите? Но сюда и здесь не будут, бардак полнейший. Несомненно, бардак полнейший, невозможно пройти. Вот. Итак, вот видите, автоматы вот эти, да? Автоматы, что электропитание отвечали, да? И на том спускаемся в подвал. Или пытаемся туда так делать, да? Я говорю, нифига от этого нехорошего не получится, но... Давайте спустимся. Там вода бурчит. То есть там что-то заливает. Давайте сюда пройдем. Вот тут пустое помещение, видите? Тут тоже бомжатня. Тут матрасы. И тут тоже вода, видите? И в конце кран. Вот портвейн, а вот кран с давлением. Давление больше половина, то есть, да, этой самой, да, то есть давление еще идет. Вот, вот так вот. Тут нихуя, да? Видите, интернеты, и тут провод, видите, вода идет, она идет. Вода идет сюда, разливается, видите, конкретное болото тут, вот, тут разлив воды. Выключатели, видите, нихуя. То есть вода льется сюда, а толку никакого. Вот. Выключатели ничего не делают. Возможно, вот этот выключатель что-то делает, но я не хочу его трогать. Он шибко жирный. Мало ли что. И интернетские тоже не хочу трогать. Вот. В другой подъезд я пойду и там посмотрю, что происходит.